Слушай, слово, что я от тебя услышал, так и крутится у меня в голове. Улукай. Кажется, мы не зря встретились. У меня память заглючила. Что произошло с кораблем, который я видел? Пророчество гласит, что Человек-Спаситель вернет амулет Закрима. Ты явно ничего об этом не знаешь. Захватчики поработили Таланов и угрожают земле моих предков. Если Улукай нам не поможет, Адельфа обречена. Просто не верится! Йоды послали тебя к Дааку? Я Даак! Можешь больше не искать, ты на месте! Уж кому, как не посланцу Йодов, это знать. Следую по стопам отца, конечно же. Можешь набрать плодов, если заберешься на верхушку дерева. Но смотри, чтобы тебя не приметил первый десятник Мор. Он к ворам куда менее снисходителен. Похож на путешественника, на человека действия. Меня зовут Танак. У меня есть вопрос. Мне книга не нужна, а вот стрелять? Именно стрелять мне и нужно. Сколько стоит пистолет? Херон, вождь Бедаи. Эти двое таланов мужчин, живущих вместе, партнеры, а мы только познакомились. Тогда и не надо со мной заигрывать. Как стражи Делатаи, их хазадесы разбросаны по всей планете и ждут обращения, которого могут и не дождаться. Меня зовут Надуул, я бывший вождь Дизана. Пришельцы нашу деревню оккупировали. Прийти сюда может разве что дурак или тот, кто хочет обратиться. Ты который из них будешь? Говори свои слова на Агакамоне. Я Альмаэль, создание чистого света, правительница Адельфы, связующее звено между таланами и йодами. Мне говорили, что ты придешь. Йоды и вправду говорят с тобой, да? Ставлю 2 заркина на то, что лучше тебе зваться Вестью. Звучит лучше. Я Сирен. Чем могу помочь? Сулейт? Ты... этого не может быть. Я помню, как ты умер. Я не понимаю. Сколько вас тут? Пристрели его. Как я могу присматривать за тобой, если ты все время сбегаешь? У него нет выбора. То, что нам необходимо, находится на этом острове. Я на твоей стороне, но ты не понимаешь. Я обещал твоему отцу, что о тебе позабочусь. Мой отец сегодня казнил 4 пленных. 4! Только за то, что они не сказали, как попасть на этот треклятый остров. Меня же взяли как переговорщика. Так дайте мне хоть с кем-нибудь договориться.